Мне кажется, это сродни тому же признанию, которое Медведев сделал, кажется, в Красноярске, про то, что он любит группу Deep Purple, собирает виниловые пластинки со старым хардроком. И вот сегодняшнее появление Медведева, мне кажется, что это вот из той же цепи, из той же цепочки смыслов. То есть высший руководитель страны становится ближе к обычным людям. Мне очень понравилось то, как он отреагировал относительно того, что он заходил на сайт Одноклассники.ру, нашел там много очень Медведевых, очень сильно похожих на него. То есть тот самый факт, я ему верю в том смысле, что наверняка он сам заходил, это не там чиновники перенесли ему папочку там с Медведевыми его фотографиями, а он, наверное, сам зарегистрировался, зашел. То есть совершенно действие нормально, живого, вменяемого человека. Вот это потрясающе. Вот для меня это было самое главное. А всякие там показатели там проникновения, интернет и так далее, для нас на самом деле это менее значимо, чем видеть перед собой руководителя страны, нормального, живого человека.